Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады видеть вас на 4-м открытом региональном фестивале-конкурсе традиционной народной песни «Ивановские напевы». Учредители фестиваля-конкурса, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ивановской области, Ивановский колледж культуры. Для приветствия и открытия фестиваля на сцену приглашаются первый заместитель начальника Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области Надежда Михайловна Свиязова. Организации профсоюзов работников культуры. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Смирнова Александра Ивановна. И, конечно же, директор Ивановского колледжа культуры Тагир Магомедович Мустафаев. Добрый день, дорогие друзья, гости, участники конкурса. Разрешите мне от имени правительства Ивановской области, Департамента культуры поздравить всех нас с праздником. Сегодня действительно праздник. Вчера мы открыли Олимпиаду в Сочи, а сегодня открываем наш 4-й фестиваль «Ивановские напевы». Конечно, вот 3 миллиарда зрителей, которые вчера смотрели открытие Олимпиады, я думаю, что и среди вас таких много. Вы все на себе сами увидели наших знаменитых палевских коней. На весь мир прозвучало. Вот это поселок Палев Ивановской области. И сразу за поселком Палев Ивановской области прозвучало слово «Кострома». И мы видели эту Кострому. И сегодня к нам, вот видите, как на Олимпийских играх, у нас сегодня и Кострома, и Ярослав. Спасибо нашим гостям, которые приняли участие в нашем фестивале. Я хочу пожелать всем участникам только побед. И даже если кто-то не станет лауреатом, не займет первое место, значит, на следующий раз, в следующий, на 5-м фестивале обязательно им станет. Всем большое спасибо. Жюри хочу пожелать объективности, стойкости, а главное, ну, не переживайте, выбирать то, что самых правильных выберут, это понятно, но будет им, наверное, непросто. Поэтому вам стойкости, выдержки и объективности. Всех с праздником! Гости нашего областного центра. Действительно, сегодня замечательный день, и не только, наверное, у нас, но во всей стране. Мы все переживаем за наших и болеем спортсменов, и сегодня тоже мы будем переживать за тех, кто сегодня участвует в этом замечательном фестивале. Конечно, я долго не буду говорить, я просто хочу сказать, пусть победит дружба и пусть победит сильнейший. И самое главное, мне хотелось бы поздравить устроителей данного мероприятия, хозяев сегодняшнего фестиваля, колледж культуры, и в лице директора Тагира Магомедовича от вас всех лично я хочу его поздравить, да? Спасибо ему большое и пожелать всем самого доброго. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что у нас сегодня такой большой праздник. Этот фестиваль для нас очень важен. Он, собственно, и родился только потому, что, ну, несмотря на то обилие мероприятий, которые проходят всегда в сфере культуры, вот такого рода праздника народной песни не хватает всегда. Поэтому вот это явилось и причиной возникновения фестиваля. Я очень рад, что вы, участники, откликнулись, приехали к нам на этот фестиваль. Я думаю, что сегодня проигравших не будет в принципе, потому что само ваше участие здесь для нас праздник, и для вас праздник. Поэтому выиграют все, выиграем мы, те, кто будем смотреть и наслаждаться прекрасной народной песней. И выиграете вы, потому что вы несете нам всем свою радость. Спасибо вам, удачи! Мне хочется от Департамента культуры, от колледжа культуры и, конечно, от вас, дорогие участники и гости, поблагодарить нашего председателя жюри. У нас сегодня замечательный председатель жюри, наша землячка, вот она уехала, правда, сейчас в Москву, замечательная певица Ирина Леонова. Спасибо ей большое, что она к нам приехала и возглавила наше жюри. Вы ее еще увидите и услышите. Ей большое спасибо.
Спасибо вам за такие теплые слова. В средней части нашей великой и прекрасной страны и быть сегодня здесь, видеть вас
такими молодыми, красивыми. Я увидела сегодня своих преподавателей, они совершенно не меняются. Вы здесь все замороженные. Вы здесь остаетесь в том возрасте, от которого я уехала. Но это было уже не только в прошлом веке, это было даже в прошлом тысячелетии. Родные напевы, ивановские напевы, это для меня не просто звук. Это действительно счастье и радость прикоснуться к тем истокам, откуда Господь мне дал черпнуть тот заряд на всю жизнь творчества, любви, таланта, которыми каждый из вас в этих стенах обладает. И поверьте своим преподавателям, и можете даже мне поверить, человек, который прикоснулся к культуре искусства своего народа, не может вырасти плохим человеком. Я в жизни не видела таких. Все дети, которые изучали фольклорное искусство, народные традиции, инструменты, вокал, именно вот эти стены дают вам большой трамплин в будущую жизнь. И пусть эти ивановские напевы учат всю нашу великую страну Россию, как нужно любить свою страну, как можно жить радостно вот в том возрасте, в котором я сегодня застала своих преподавателей. Это действительно так. Мне кажется, я взрослею, они все такие же, как остались в возрасте 30 лет, так и сохранились. Не зря в словаре Дарья народная мудрость гласит, кто поет, тот долго живет. Я желаю вам долго жить, счастливо, с песней по жизни, как это было всегда на Руси, чтобы ивановские напевы набирали обороты, ну и по народной традиции пожелать нашему празднику соборности, красоты, молодости и талантов, музыкальное такое пожелание, как учили нас наши предки. Берёзничек вдали, вот и дом.
искусств городского округа Кохма, руководитель Татьяна Евтушенко. «Спи, младенец мой прекрасный», «Колыбельная», записана в поселке Гаврилов Посад Ивановской области. «Шла я улицей широкой», русская народная песня. Дяденька, добренек, подарок.
На сцене фольклорный ансамбль «Заряна» детской школы искусств городского округа Кохма. Руководитель Татьяна Сморчкова. «Ой, как по реченьке, хороводная», записано в селе Мыт Верхнеландиховского района Ивановской области. «Было у тещи семеро зятьев», шуточная, записано в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области. Бабушка!
находится, Дарьяна. Ваши аплодисменты. На сцене ансамбль русской песни «Удальцы» детской школы искусств городского округа Кохма. Руководитель Татьяна Сморчкова. Завинтюли, вовинтюли. Шуточные припевки записаны в селе Воскресенское Савинского района Ивановской области. «Эх, за рощицей! Походная» записана в деревне Высокого Савинского района Ивановской области. В Ивановской области. На 17-м году
«Частая плясовая», записана в селе Высокого Савинского района Ивановской области. Ай да!
детский ансамбль «Любители Забава». Солистка Залесского сельского дома культуры Ивановского района, руководитель Ольга Яблонская. Растет в Волгограде березка. Слова Агашины, музыка Пономаренко. На горе, горе петухи поют. Песня Ивановской области. На горе, горе петухи поют, да ойла, да ладо. Петухи поют, да ойла, да ладо. Петухи поют, да за горой, горой, озеро с водой, да ойла, да ладо. Озеро с водой, да ойла, да ладо. Озеро с водой, да озеро с водой,
Залесского дома культуры Ивановского района, руководитель Валентин Каркави. Песня о плесе. Слова и музыка Каркави. Вдоль по Питерской. Русская народная песня. Древний листопад Новоталинского сельского дома культуры Ивановского района.
руководитель горками Валентин Григорьевич. В чистом небе слова Бокова, музыка Кузнецова. Русская народная песня «Течет речка». Ясный месяц, легкой лодкой.
Чернечка, нет, я играю, что мне делать, я не знаю. Музыка Пякишева, русская народная песня «Улица ты, улица». Сударушки,